Мой родный кут, як ты мне милы, забыть себе не маю силы. Эти стихи Якуба Колоса каждый раз возникают в голове у белоруса, когда речь идет о его родине, месте, которое навсегда останется в памяти, даже если жизнь протекает где-то за ее пределами. Любовь к своему краю все выражают по-разному. Талантливый живописец и графист Сергей Мисюн делает это, создавая картины. Сегодня у жителей Бреста появилась возможность посетить экспозицию художника, названную просто и понятно «Я народился тут». Более 70 полотен, написанных с 2003 по 2014 год, рассказывают историю родной автору Столин. Данная экспозиция, в которой представлено 70 работ этого автора, является первой персональной выставкой у нас в Бресте. Но хочется надеяться, что не последней. Почему? Потому что, во-первых, художник молод. Во-вторых, он в поиске. И в-третьих, зритель, брестский зритель, по итогам, то нашел своего, как бы сказать, художника, который отвечает его замыслом, помыслом. История Столенщины, отраженная в картинах Сергея Мисюна, абсолютное подтверждение любви и верности автора родному краю. Среди картин встречаются Пинский костел и Старый сад, Маньковский парк и Осень жизни, Раздорожье и Яблочный мед, рассказывающие о любимых местах художника и природе в разные сезоны года. Присутствуют и портреты, на которых изображены жители края. Достаточно интересная выставка, необычный художник. Очень замечательные краски, иногда хочется сказать, что кусочек солнца, кусочек какой-то зелени, кругом все это возникает настолько, что ты чувствуешь это сам, оно проникает через твое тело. Первое впечатление – это сам факт, что эта выставка состоялась, то, что художник, живя в глубинке нашей области, сделал персональную выставку в нашей галерее. Это просто заслуживает уважения и вообще радует, что молодые художники, которые заканчивают какие-то учебные заведения художественные, что они не пропадают, а работают творчески и представляют свое творчество для зрителей. Художник с большим творческим потенциалом сумел показать, насколько многогранным может быть описание истории, красот края и его жителей через картины. Посетители экспозиции «Я народился тут» отметили откровенность и чуткость в изображении автором дорогих его сердцу мест. Польза посещения данной экспозиции безусловно. Пройтись по страничкам истории одного из уголков Беларуси не может не быть интересным и познавательным. Сделать это жители Брещины смогут до 19 августа. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.